Вітаю вас! Давайте допомагати! І сьогодні це не просто заклик, а назва благодійного фонду, який багато років системно займається підтримкою людей, які цього найбільше потребують. Це програма «Благодійність». І у нас в гостях голова правління фонду «Let's Help» Ольга Бондаренко. Добрий день, Оля. Дуже рада вітати вас сьогодні в студії на програмі «Благодійність». А сьогодні ми поговоримо про ваш благодійний фонд «Let's Help». Оль, ви маєте великий досвід підприємництва, ви працювали головою правління банку. Чому після всього цього ви перейшли на шлях благодійності? Добрий день. В першу чергу я благодарю за приглашення. Если говорить о себе в социальной сфере и благотворительности, то благотворительность все равно каждого из нас сопровождает в течение всей жизни, ну, осознанной жизни, да, мы не говорим про детский период жизни, все равно мы всегда друг другу помогаем, всегда откликаемся на какую-то просьбу, и даже независимо от того, в какой ты период, где работаешь, в какой сфере, ты все равно участвуешь в жизни других людей тем или иным способом, там, когда-то больше, когда-то меньше, все зависит от времени. Но если говорить про то, как я пришла в благотворительность, у меня эта идея возникла давно, еще будучи на позиции председателя правления банка. Понятно, всегда люди обращаются за помощью. У нас был сложный период тогда в Украине, это Майдан, да, и очень много необходимо и было, требовалось помощи людям. И, конечно же, хотелось участвовать. Были разные моменты относительно злоупотребления помощью, и я решила, что хорошо было бы основать благотворительный фонд. Мы разговаривали с семьей на эту тему. Это у нас была внутренняя потребность. У нас большой достаточно бизнес. И мы решили, что это будет нашей корпоративной социальной ответственностью. Ну, и опять же, я не очень люблю это словосочетание, потому что оно звучит ни о чем. Я говорю о том, что мы будем таким образом участвовать в формировании общества вокруг нас. И основали фонд благотворительный, который называется Let's Help. І займається допомогою людям, але в основному пожилим людям. А чому саме ви обрали саме цей напрямок? Знаєте, Эльмира, просто много очень людей помогает детям. А много очень сейчас тренд достаточно такой сильный помогать животным, брошенным, да, приютам. И достаточно много внимания на сегодняшний день уделяется экологии. Пожилые люди – это всегда такая тема непопулярная, потому что никто не хочет думать о старости, никто не хочет себя видеть в старости. И поэтому всегда ее держат на расстоянии вытянутой руки, а лучше вообще закрываются от этой темы, потому что я пока думать об этом не хочу. Вот такая философия в обществе в нашем, к сожалению. И поэтому мы, в принципе, и сделали акцент на этой теме, потому что мы увидели, что больше всего нашего внимания и больше всего помощи требует именно эта категория людей. И именно категория людей, которые живут в гериатрических пансионатах, потому что это одинокие люди, пожилые. И то, что мы увидели, когда первый раз объезжали просто разного рода заведения, смотрели на ситуацию, на обстановку, в которой находятся и дети в детских домах, и в приюте животные, и люди в гериатрических пансионатах. И мы увидели, что именно к этой теме меньше всего есть внимание, это недофинансированная вся структура, да, если говорить про гериатрический пансионат, и там меньше всего волонтеров. Поэтому мы пошли именно туда, где требуется больше всего помощи. А які конкретно проблеми ви там побачили, коли перший раз, мабуть, поїхали до такого будинку? Що вас вразило найбільше? Ну, Лімір, в першу чергу то, що, ви знаєте, люди знаходяться в состоянии выжидания своєї дати, дати смерті. Так оно і є. Они ждут, потому что и ждут это каждый день, вот просто, знаете, как награду. Это жутко воспринимать это и принимать в себя, потому что на самом деле, и с другой стороны, понятно почему. Потому что то, в тех условиях, в которых им приходится жить, это унизительно, это больно, и хочется, чтобы скорее это закончилось.
Поэтому, когда человеку приходится ходить в туалет, простите, но на стул еще Советского Союза с вырезанным днищем, а не биотуалет, это унизительно, когда он не может себя сам обслужить и пойти сходить в туалет. Да? Когда нет памперсов и тебя заворачивают в тряпки, это унизительно. Когда ты ешь с металлической посуды, как у нас заключенные в тюрьмах, да, проработав всю жизнь и понимая, что ты работал, платил налоги, да, и в конце жизни оказываешься в таких условиях, это унизительно. Ну и к тому же, плюс внимания к тебе абсолютно тоже никакого нет. Часть людей, которые там живут, они одинокие. Часть людей просто оказались в неблагополучных семьях, или дети неблагополучные, которые там... Не подтримывали их. Абсолютно. Либо дети там злоупотребляют алкоголем, наркотиками и так далее. И таких людей в пожилом возрасте тоже уже определяют в гериатрический пансионат, потому что порой им там даже лучше, чем находиться дома и чувствовать негативную реакцию со стороны своих детей. Ви вирішуєте саме побутові проблеми таких людей, чи яку допомогу ще ви надаєте? Ізначально, коли ми запускали програму «Їдна старість», ми назвали цю програму «Їдна старість», ми перший період часу допомагали, просто їздили, привозили памперси, ми старались привезти вкусності, сладості, пообщатися з людьми, рішали якісь матеріальні питання кожного із пансіонатів. Ми розуміли, що ну, привозимо памперси, ну все, вот изменений никаких не приносит. И где-то месяцев 9, поработав таким образом, мы сели в какой-то момент в фонде и провели такую стратсессию и понимали, что мы должны сделать какие-то структурные системные изменения для того, чтобы изменить ситуацию не только в некоторых пансионатах, в которые мы ездим, а глобально затронуть все. И создали такую благотворительную программу, которая называется «Їдна старість». И в рамках этой программы мы занимаемся и здоровьем людей, мы привозим докторов, волонтеров в гериатрические пансионаты для того, чтобы их осмотрели. Мы занимаемся бытовыми вопросами, там, если говорить про покупку посуды, покупку реабилитационного оборудования, постельных принадлежностей и массу всего остального, вода, кнопки и так далее. И насыщенность життя – это третья из таких проектов в этой программе, цель которой привести людей в эти заведения, привести людей, привести волонтеров, привозить музыкантов, привозим кино для того, чтобы насытить жизнь людей, для того, чтобы уйти от ситуации, когда пожилые люди ждут того самого дня, а вызвать у них желание жить дальше. Зрозуміло. За вашими дослідженнями, взагалі, коли ви приїжджаєте до таких людей, можливо, якісь матеріальні блага – це не таке важливе, як увага, любов, тепло, можливо, якесь спілкування, яке ви надаєте? Ні, Дельмір, все одно є піраміда Маслоу, яку ніхто не відміняв. И пока не будут удовлетворены базовые потребности человека, пока он не будет сыт, обут, одет и необходимыми вещами, да, обеспечен какими-то, ну, такими вещами, которые дают ему достоинство в его жизни. То есть это элементарно, даже могу сказать, что как их, они живут некоторые по 7 человек в комнате. Если человек не может ходить, ему в туалет сходить можно только возле своей кровати. И вот вы представляете, 7 человек наблюдают, как один из них может идти в туалет. То есть элементарно даже ширмочки поставить для таких. Это вещи, которые там не требуют огромных материальных затрат. Но это то, что дает человеку достойно, там, да, хотя бы хоть как-то достойно проводить свою выживать, жизнь. Так. И поэтому, пока не удовлетворишь эту базовую потребность, они не начинают хотеть жить. У нас есть индикатор такой для себя. Мы понимаем, что в какой-то момент у нас Киевская область, у нас на сегодняшний день под патронатом 4 области в Украине, в которых мы полностью занимаемся, обеспечиваем и контролируем деятельность гериатрических пансионатов. Это Киевская область.
Львовская, Черкасская и Житомирская. И вот в Киевской области у нас был индикатор такой, что мы удовлетворили эту физическую потребность в нормальной жизни, когда бабушка, одна из бабушек подошла к нашему сотруднику фонда и говорит: деточка, говорит, привези мне, пожалуйста, духи, я же все-таки женщина. И мы поняли, что они начинают вспоминать, что они люди, что они женщины, Женька, мужчины. И вот это вот уже тогда можно привозить украшения, там бусы какие-то, потому что и бабушки тоже им радуются, и помады, и платочки, и вот это вот уже идет насыщенность их жизни, да. А базовая потребность, она никуда не денется, и те же кнопки, которые мы устанавливаем в гериатрические пансионаты, они тоже крайне важны, крайне нужны, потому что у нас есть проблема в недостаточном персонале гериатрическом, недостаточно количества, потому что, ну, во-первых, у нас появилась возможность у людей выезжать работать за границу. И многие там медсестры, которые имеют хотя бы какие-то базовые навыки языка, они, естественно, за заработную плату поехали работать так за пределы Украины, и, соответственно, оголились рабочие места у нас внутри. И недостаток персонала приводит к тому, что не успевают обслуживать пожилых людей, когда, ну, если люди не встают, принести этот элементарный стакан воды. Помните, нам всегда бабушки все в детстве говорят: вот, внучек, вырастешь и принесешь мне на старости стакан воды. Так вот, этого стакана воды они просто не успевают им даже принести. Поэтому мы сейчас вот в Киевской области уже установили кнопки вызова персонала, то есть такие, как в больницах просто, mm-hmm. да, элементарные. У каждому. Сейчас занимаемся установкой Черкасской, Львовской, Житомирской. Обязательно все области тоже будем, во всех областях установить. А саме до вашої активності. Нещодавно ви влаштували таку акцію Let's Help Babushkas, так? Якщо не помиляюсь. Що саме, яку мету ви ставили, проводячи таку акцію, і який результат отримали? Ну, это вообще отдельная история, и это уже вышло за рамки гериатрических пансионатов. То есть у нас единая старость, она уже как-то пошла дальше вообще. Мы начали говорить о ценности пожилого человека в обществе, о том, что мы допустили с вами там, да, реформируясь в постоянном режиме, что-то мы постоянно куда-то движемся, а в результате пожилые люди, которые живут рядом с нами, на сегодняшний день они просто в нищем состоянии. И это не слова просто. Почему у нас появилась эта акция? Потому что нам стала известна информация от одного из ритейлеров Украины о том, что до 70% краж в магазинах совершаются пожилыми людьми-пенсионерами. Честно говоря, когда мы в фонде узнали эту информацию, мы ее не могли пережить для себя. То есть мы начали узнавать в других супермаркетах. Мы ходили, просто общались с охраной в супермаркетах, с кассирами, с директорами. И, к сожалению, да, эта статистика подтвердилась, и причем не в одном супермаркете, не в одной сети супермаркетов. И в результате мы начали думать, что мы можем сделать. Мы понимаем, что это общественная большая проблема, что здесь даже нужно включать и общество, и говорить об этом, потому что мы все на сегодняшний день так зациклены, вот этот эгоцентризм, он поглощает, да, и зациклены на себе, на своей работе, на своей семье, что мы не замечаем, что происходит вокруг. Хотя при этом мы все видим бабушек и дедушек при кассе в супермаркетах, которые считают по своей гривночке или копейке. И, собственно говоря, мы придумали вот такой флешмоб. Цель его не просто дать бабушкам и дедушкам возможность купить пакеты. Да, то, что мы за один этот флешмоб обеспечиваем там 300-400 пакетов бабушкам, да, это как бонус. Цель именно обратить внимание общества на эту проблему. И, ну вот, по сути, мы очень были довольны результатом, как это проходит. Мы увидели вовлеченность людей, мы действительно подняли ту важную проблему, которую нужно понимать и о котором говорить. И мы вот этим флешмобом хотим сформировать запрос от общества, чтобы эта проблема в обществе решалась. А як взагалі реагували літні люди, коли ви купували їм солодощі чи якісь делікатеси? Для них это так унизительно. Им очень неудобно. У нее одна гривночка и 20 копеек в руке, но она не готова ничего взять бесплатно. И
Вы знаете, я увидела, ну, тоже, понятно, очень много, переезжая с одного места в другой, в супермаркет, и смотрю, наблюдаю, и все практически пожилые люди, которые, вот мы прошли по всей территории магазина, взяли, причем, как правило, мы уговариваем брать. Они: мне ничего не надо, дедочка, возьми себе, мне ничего не надо. Это вот так на протяжении всего магазина. Вот, мы конфеты, курочку, масло, обязательно масло не очень любят, сыр, потому что сыр, как правило, смотрю, все обходят стороной, он дорогой, мы даже не смотрим в эту сторону. То мы стараемся брать того, что обычно они не могут себе позволить, красную рыбу, потому что уже по много лет не ели люди такое, да, сырокопченую колбасу московскую. То есть какие-то продукты еще с их молодости, чтобы они смогли их поесть и получить удовольствие. И проходя к кассе, все равно каждый пожилой человек достает свой кошелек, потому что он до конца не верит, что это бесплатно. Была такая ситуация, у нас всего проходило 3 таких флешмоба, они получились у нас даже все украинские в какой-то момент, потому что подхватили разные города и разные области в Украине, и мы этому очень рады, волонтеры у нас молодцы. И что мы заметили, что бабушки настолько благодарны в какой-то момент, да, мы попали на ту же бабушку, третий раз, был третий флешмоб, мы встретились с той бабушкой, которую встречали, ну, когда проводили второй раз флешмоб, и она говорит: ой, я ж помню, вы такое проводили, я была настолько довольна, настолько рада, я вам благодарна, говорит, ну вы знаете, я, говорит, 3 дня не припасалась к вашим продуктам, я, говорит, их положила в холодильник, потому что я думала, что вы все равно придете, их заберете, что это какая-то акция. Но такого не бывает, чтобы просто так страх. Не купили продукты. 3 дня человек ждал, когда к нему домой придет кто-то и что-то заберет. Допомога – це не лише продукти чи якісь матеріальні кошти. Я знаю, що ви влаштували акцію, завдяки якій люди похилого віку могли безкоштовно ходити в кінотеатри та дивитись фільми. Это тоже абсолютно спонтанно родилась эта идея, потому что в Жовтань пришла бабушка тоже, и там работает моя мама, и говорит, что, ну, подошла к маме, мама как раз была в вестибюле, говорит: а подскажите, доченька, говорит, на какой фильм я могу пойти? Говорит, я сэкономила деньги, я так давно не была в кино. Мама говорит: а я понимаю, что я там, ну, на тот момент в прокате были те фильмы, которые она не останется довольна, она потратит свои деньги сэкономленные. Говорит, я, ну, не могла ей там порекомендовать, но она, говорит, и после этого сразу же мне перезвонила, говорит: Оль, вы же занимаетесь? Говорит, организуйте какой-то кинопоказ для пожилых людей, потому что есть все равно потребность, они все равно приходят в кино, они не могут туда пойти, они, говорит, посидят в вестибюле, посмотрят, что идет, посмотрят, как люди заходят и выходят. Ну, время есть же у бабушек. Чи відчуваєте ви вдячність з їхнього боку? Просто потрясающая инициатива, идея, и, честно говоря, я за нее очень благодарна, потому что мы изначально брали в аренду зал на 50 человек, мы на второй раз уже понимали, что мы не помещаемся, мы все увеличивали и увеличивали количество. Сейчас у нас самый большой зал в кинотеатре, мы арендуем на 460 мест, и он полностью забит. И я понимаю, что они повторно приходят, для них это выход в свет, они готовятся, они красятся, одевают лучшие кофточки, потому что там же девчата будут, вот, и идут в кино и с большим удовольствием. И многие из них говорили, что тоже очень, одна бабушка сказала, что она несколько десятков лет не была в кино, поэтому это большое удовольствие. І останнє питання. Скажіть, з якими проблемами ви стикаєтеся в своїй діяльності? І взагалі, які проблеми зараз існують в благодійному цьому напрямку? Ну, наверное, більше всього це все одно є фактор недовір'я. К сожалению, у нас не очень контролюється сектор, благотворительний сектор, если говорить со стороны государственных органов и правоохранительных органов, и есть злоупотребление, это факт, и все об этом знают и понимают, и даже такие там большие бренды, которые там у всех на слуху, тоже, да, злоупотребляют. К сожалению, нет проверки отчетности фондов,
Потому что если ты привлекаешь деньги, то ты должен за них отчитаться, ты должен быть публичным. Это все тоже очень скомканно у нас делается. И вот это тот фактор, который, к сожалению, благотворительности мешает. Нет у нас ассоциаций благотворительных фондов, которая бы контролировала работу благотворительности. То есть, ну, поэтому... Тобто працювати і працювати. Є над чим роботи. Дуже дякую вам за розмову. Я вам бажаю успіхів в вашому напрямку благодійному. Нехай вам щастить і хай Господь допомагає. Дякую. Дякую, що були з нами. Давайте разом робити благодійність благодійністю. До побачення.